Итак, насколько я понимаю, Сергей предлагает нашим слушателям решить, является ли эта картина произведением искусства. И если вдруг вы решите, что нет, не является, то мы ее уничтожим. Дорогие мои, в эфире радиошоу с самым идиотским названием в мире «Шпинат с яйцами». Дайте нам сказать по радио. Что сказать? Город в опасности. Раскройте глаза. Вы что, оба в упор не видите, что там изображено? Радуга. А радуга у нас теперь что? Да, да, да. В моем доме за мои деньги, в моей спальне. Одна очень мудрая женщина сказала, и это даже не я, что половинка бывает только у мозга, таблетки и жопы. А я изначально целая. И чтоб слов я в эфире больше не слышал. Ты так ужасно мне нравишься. Ален, я надеюсь, что ты меня слышишь. И я хочу сказать тебе кое-что действительно важное. Ты ужасно мне нравишься. Рубль может больше никогда не вернуться на прежний уровень. Вот! Вот! Понимаешь, что она хочет сказать? Больше никаких перспектив больше нет. А я ведь тоже своей Марусе в любви по радио признался.